Распаковка и первый запуск MLP-12IM от компании Manfield. Посудомоечная машина, обладателем которой вы уже стали. Поздравляем! Добро пожаловать в элитарный клуб обладателей техники Manfield. В этом видео мы расскажем, как распаковать и запустить посудомоечную машину MLP-12IM. Для начала удалите всю транспортную упаковку. Не поленитесь почитать инструкции или просто досмотрите это видео до конца. При первом запуске длительно удерживаем клавишу включения и обращаем ваше внимание на дисплей, на котором отображается отсутствие соли и ополаскивающего средства. Загружаем соль в пропорции 1:3, 0,5 литра воды и 1,5 килограмма соли. Далее заливаем ополаскиватель в объеме не более 140 мл, предварительно установив нужную жесткость воды. В случае, если в вашем регионе вода мягкая, процедура первого подключения может кардинально отличаться. В данной посудомоечной машине предусмотрена механическая регулировка диспенсера ополаскивателя в зависимости от жесткости воды. Система защиты от протекания и аквастоп предотвратят неправильное подключение. Так что не бойтесь все делать сами, но все же мы рекомендуем обратиться к профессионалам. Поздравляем с приобретением! Ваш Manfield готов к использованию.